Всем привет, с вами Ложка, и сегодня мы продолжаем играть в игру Майнкрафт. Остановились мы на том, как просто-напросто бесцельно провели всю серию в шахте и не нашли так алмазов, хотя мы очень сильно хотели найти алмазы, ну, по крайней мере, я очень сильно хотел, не знаю, как вы. И я решил записать сразу же 17-ю часть после того, как, ну, записал 16-ю часть, потому что мне показалась она действительно очень скучной, и поэтому я ее прямо сейчас записываю, то есть я, впервые выложу сразу две части подряд, да, ну, как я уже сказал, потому что 16-я получилась over 9000 скучной, хотя не знаю, как это переводится, ну, ладно. Берем косточки, берем, палочки я не могу взять, потому что у меня места уже нету. А знаете, что я сейчас делаю? Я, во-первых, открою двери, так что сейчас был баг какой-то, а потом сделаю себе сундучок. Сундучок я сделаю в верстаке, в принципе. Потом сделаю себе сундучок. Из 8 досок я делаю сундук. Магия! Так, потом я его размещу где-нибудь, в принципе, здесь, да. О, что такое? Почему он... Стоп! Он смотрит не в ту сторону. Какого? Сюда смотри. Стоп. Сюда... Да, какого фига? Ну-ка, так. Стоп! Что за фигня? Почему он не в ту сторону, какую я хочу, чтобы смотрел? Смотри туда! Блин, что с сундуком? Ну ладно, пусть так останется. В принципе, о, нормальный стал! Ух ты, блин, я уж подумал, он так некрасиво будет. Ну, в принципе, мне было как-то пофиг, но действительно некрасиво. Ух ты, у нас тут есть много железной руды. Мы, наверное, еще угля сюда покладем, в печку. И делаем так, чтобы железная руда у нас плавилась. А потом мы возьмем еще и... А, тут есть деревянные ступеньки. Мы возьмем деревянные ступеньки и кладем сверху золотую руду. Потом у меня были еще, по-моему, деревянные ступеньки, если не ошибаюсь. Они где-то здесь, Где они? Нет, у меня деревянных ступенек нет. Тогда мы используем забор, чтобы все это переплавить. Вот так. Да, вот плавится все отлично. Мы кладем лишний забор сюда. Потом землю. Нет, землю мы не будем класть. А, кстати, народ, я хочу вам показать, что я сделал пока, ну, как бы, до 16 части. То есть, помните то, что я возвращался в деревню, потом возвращался домой, потом спустился в шахту. Ну, так вот, пока я возвращался из деревни, я сделал то, что вы и не ожидали, наверное, от меня. Я, во-первых, нашел то, что у меня овечка сбежала. Это было немножко печально, но, в принципе, я ее не стал загонять обратно, потому что это мне показалось очень скучным занятием. А второе, это то, что я с помощью 5 косточек приручил целых 3 собаки. Мне очень сильно повезло, и по дороге я создал вот такую вот будку. Вы, наверное, спросите, почему я будку создал не там, а здесь? А, во-первых, мне не нужны собаки дома. Будка это как бы красиво, то что на улице, всякая фигня, подальше от дома. А во-вторых, это то, что если бы я разместил собак там, то они бы съели весь мой скот. Да-да, именно так. То есть у меня тут есть главарь собака, потом 2 простых собаки. И, наверное, прямо сейчас я их размножу. Ну да, у меня нет еды, офигенски. Пошел их размножать, хотел вам показать, а еды нет. Ну, я просто гений, я знаю, я как обычно гений. А, кстати, народ, пока серия вроде как не углубилась в середину, я скажу вам, то что я собираюсь установить мод на кебабы, то есть на овценину. Ну, блин, ну как ее можно назвать? Баранину, точно, на баранину. И именно поэтому я хочу у вас спросить, устанавливать ли мне мод этот. Потому что многие скажут то, что о, читерский, фу, отстой, мясо с овцы, это бред. Ну, в общем-то, я именно поэтому и спрашиваю. То есть, ответьте мне в комментариях, если да, то я его установлю, потому что он вроде как не конфликтует с другими модами. А если нет, то, ну, нет. Логично. А сейчас я возьму ножницы, и то, что я уже вам показал, я не рассказал, это то, что я сделал ферму лозы. Да, именно лозы, то есть я видел то, что многие летсплейщики так не делают, и именно поэтому сделал именно так. Хотя, если честно, я сделал ферму лозы, то есть додумался делать ферму лозы именно тогда, когда появились лианы. И когда они начали расти. Да, не знаю, почему не додумывались раньше летсплейщики до этого. Но, наверное, некоторые, посмотрев меня, начнут это делать. Потому что меня всегда бесило. Ну зачем? Зачем идти в джунгли, чтобы накопить лозы, если можно просто дома сделать ферму? Дома, дома! Ну, или возле дома. А, так, у нас есть очень много пшеницы. Есть котейка, есть голем. Голем топчет пшеницу. Все гениально. Потом мы семена пшеницы обратно садим и бросаем это. Так, что мы сегодня сделаем? В принципе, это бы надо было говорить в начале, но я уже, кажись, вижу или слышу. Так, кто там ломится в мой дом?
Ой, блин, как тут темно. Ой-ой-ой-ой-ой, как тут темно. Я как-то и не задумывался о том, что тут так темно. Я слышу, как зомби просто-напросто ломится, ломится. Пошел отсюда, хватит ломиться, глупый зомби. Я тут спать еще буду, а ты мне тут все кровище заплескал, тварь. Ладно, что у нас есть здесь? Здесь у нас есть полно булыжника, просто немеренное количество булыжника. Также у нас есть косточки, мы заберем косточки. А что я хотел сделать? Я, во-первых, хотел как бы размножить собак, мы это сделаем еще. А также я хотел взять железные слитки, но так как их здесь мало, я вернусь себе домой и возьму там несколько штучек. Еще 10 штучек мне надо. И вот эти вот двери деревянные я хочу заменить на железные, потому что... Ну, мне кажется, что если я хочу делать супер дом, непроницаемый от зомби, то я хочу все-таки сделать его и железными дверями, потому что я не хочу, чтобы ко мне стучались всякие зомби, и это прерывало мне отдых. Так, кстати, лозу надо сюда положить, вот так вот. Красную пыль я возьму, да, красную пыль. Потом мне понадобится несколько камушков, потому что мне понадобится создать кнопку. Так, булыжник где? А, вот здесь булыжник, точно. Булыжник мы сюда кладем половинку и сюда половинку. Отлично. Так, железные слитки. Из железных слитков я делаю себе двери. Двери, 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 две двери. Да, вот так вот, отлично. Два железных слитка мне сейчас понадобится, наверное. А, так, также я не нашел, как я уже говорил, алмаз. Мне бы он пригодился, потому что так бы я сейчас проигрывал пластинку, и мне было бы не скучно. Какого хера такие страшные звуки? Боже мой. Ладно, ладно, ладно. Что у нас тут? Есть дофига факелов. Пока мы просто ждем, пока у нас все это как бы переварится. А пока мы сделаем... сундук, где я буду хранить руды, именно руды и ничто более. То есть там всякие редстоун факел, нет, не факел я имею, да, именно редстоун пыль, да, вот так вот. Стакаем сундуки, это ж просто гениально, тащим их. Так, и, наверное, я сделаю, нет, сделаю я это где-то здесь, вот так. Отлично, теперь у меня будет именно в этом сундуке храниться руда, хотя, если честно... Смотрится это убого. Да, поэтому я, наверное, сделаю его в доме. Где бы его сделать? Дом маленький. Да, он действительно очень маленький, но он у меня, можно сказать, комфортный или компактный. Да, он открывается, вау! Он открывается, классно. Там же вроде блок сверху, ну ладно. Окей, окей. Тут у нас будет в самом низу красная пыль, много красной пыли. О, боже мой же, боже, боже. У меня, наверное, даже строчка влезет, не влезет, влезет, не влезет. Ну, посмотрим, в общем-то, посмотрим. Да, влезло, вроде все влезло. А значит, все круто. Так, далее, мне надо все это собрать. Ну, в смысле, другую руду собрать. Это у нас будет лазурит. Лазурит у нас будет чуть повыше. Далее, это у нас железные слитки. Железные слитки, они также будут храниться чуть повыше, но... У нас больше нету, да? Всего лишь 42 железных слитка, или там еще есть? Нет, нету. Окейшки, смотрим, сюда кладем, далее. Далее это у нас что идет? Далее, по идее, у нас должно идти алмазы, но у меня их нету. Кстати, какая руда еще существует? Я что-то забыл. Ай-яй-яй, надо вспоминать. По-моему, больше нету, да? Или есть, блин? Ну, есть же какая-то, по-моему. Нету. Или есть? Есть, нету. А, уголь! Точно, уголь! Вспомнил, уголь. Уголь я сюда положу. Вроде все, больше нет у меня никакой руды. Алмазов точно нет. А, нет, еще золото, точно золото. Золото, как я мог забыть о золоте? Вот сюда. Все, и последний слот сверху там, это алмазы. Самый верхний, это алмаз. Все, идем, в общем-то, делать нам дверку. Вот это что-то мне как-то не нравится. Так. Если я здесь поставлю блок, то голем сможет выбраться. Поэтому мы делаем. Так, мы берем булыжник. Потом ставим булыжник на булыжник. Так, что такое? Булыжник на булыжник. Потом булыжник на булыжник. И ломаем эти булыжники. Потом ломаем стекло. В смысле не стекло, а лед. И все, у нас теперь здесь не появится лед, потому что сверху у нас... Да боже мой! От снега защищает у нас булыжник. Все, думаю, все объяснил. Ну, в принципе, многие это знали. Ну, ладно. Окейшки, мы идем ломать деревянные двери. Хорошо, что здесь не идет снег, потому что я его просто-напросто ненавижу. Поскорее бы он кончился. Ладно, а пока мы ставим железные двери здесь и здесь. Отлично. Потом мы где-то здесь размещаем кнопку. Хотя нет, пока не размещаем, потому что мне еще надо провести редстоун. А редстоун на этот раз я проведу намного быстрее, чем обычно, потому что на этот раз я уже знаю, как его проводить. Это раньше я не знал, как его проводить. И многие меня называли нубом, хотя действительно я полный ноль.
в Редстоуне. И я не знаю, зачем обзывать человека, если он просто, ну, не знает, как это делать, но обзывать-то его зачем? Ну, можно было наоборот бы помочь как-то. Нет же, надо обозвать. Это ведь супер. Окейшки. И вот здесь у нас находится дверь. Дверь будет подсоединяться вот здесь. Получается, здесь надо Редстоун подвести. Ой, блин, я Редстоун не взял. Я не взял Редстоун, никто этого не видел. Мы просто бежим за едой. Да, у нас просто не хватает еды, и мы просто решили взять еды немножечко. Так, отлично. А по пути, пока мы брали еду, мы возьмем еще и чуть-чуть Редстоуна. Мало ли понадобится, мало ли. Так, ножницы. Надеюсь, мне хватит столько Редстоуна, хотя не думаю, поэтому лучше возьму немножко еще. Так, это. Все, возвращаемся. Идем, балкон классный, супер балкон. И, окейшки, мы здесь подводим Редстоун. В смысле, не здесь, а здесь. Вот так вот проводим. Здесь ломаем, все, в принципе, ломать не надо. И вот уже здесь мы забираем этот булыжник, ставим его сюда обратно, и вот так вот его уже проводим. Все, по идее, сейчас все должно работать просто восхитительно. Да, восхитительно. Я просто мастер по Redstone, я сделал такое. Все, вот так вот ставим, делаем кнопку, именно кнопку, а не какую-то нажимную плиту. И да, все работает, все, ура. И сейчас я буду делать, наверное, порог. Именно порог или нет, даже не порог, а наружно. Наружное крыльцо, точно, крыльцо я сейчас буду делать. Только вот этот факел мне будет сильно мешать. Я надеюсь, я его не срублю каким-то образом, потому что я же все-таки в первой части пообещал, что его не буду рубить. Будем рубить. И вместо этого ставить землю. Вот это некрасиво выглядит. Так, да. Редстоун надо мне скрыть, потому что, ну, это, как я уже сказала, некрасиво. Так, вот здесь. По-моему. Стоп, вот да, вот это еще надо срубить. Вот, и вот здесь надо будет, наверное, поставить камень. Так вот, все. И уже здесь мы все это запиливаем землей. Вот так вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Окей. Окей, так, ну, вроде неплохо, только, по-моему, надо еще вот это вот все заменить на каменную кладку. Именно кладку, а не простой камень. Вот так вот это делается. Вот здесь вместо... Нет, черт, а, нет, все нормально. Я уж подумал, сейчас опять придется блоки ставить, чтобы выбраться и все такое. Ну, вроде нормально, сейчас мы сделаем вот такую вот фигнюшечку. Не знаю, будет ли это виднеться нормально, в смысле, не виднеться, а смотреться. Придется мне уголь этот срубить, но, в принципе, мажорами мы останемся, потому что вот эта вот часть угля будет торчать. Да, и внутри еще там есть много угля, поэтому все просто офигенски. Кстати, уголь мне понадобится в дальнейшем. Ну, вы понимаете, о чем я. Чтобы жарить руду. Ладно. Ну, в принципе, не жарить, а просто-напросто печь. Так, лоза у нас еще не выросла. Заберем ниточку. Молодец, голем, ты убил сейчас только что паука, я так понял, раз нитка осталась от него. И мы сейчас возьмем еще камешка. Отлично. Стоп. Уголь. Нет, уголь пусть останется. Вот здесь я только что взял и убрал вспаханную землю, но это было немного печально. Ну и пофиг, в принципе, пофиг, да, зачем нам эта вспаханная земля? Нам и так хватает пшеницы, если что. Просто возьмем и сбегаем к себе в деревню. Вроде неплохо, думаю, неплохо, действительно неплохо. Вот этот факел меня, если честно, раздражает. Может быть, если вы напишите в комментариях и разрешите его убрать, то я буду просто, если честно, рад. Да, если вы разрешите его убрать. Ну, а если нет, то пусть остается, в принципе. Все это уже на ваш выбор. Хотя я пообещал, что его не срублю. Ладно, все-таки этот уголь мне придется срубить, потому что так некрасиво выглядит. Даже если, несмотря на то, что мы мажоры, надо его срубить, потому что красота нужна. Чтобы заходили такие. Так, вот здесь еще надо сделать. Потом вместо этого надо камень сделать. Да. Ладно, сойдет, что ли, сойдет. Потом вот так вот еще сверху надо подвести каменную кладку. Почему-то у меня экран мигает. Хотя нет, вроде не мигает. Это, наверное, с освещением факела что-то. А, нет, вот некрасиво выглядит. Ну и пофиг, в принципе, ладно. Пока что так будет. Хотя, можно это исправить. Это можно исправить с помощью земли. Именно. Именно вот таким вот образом. И никто больше ничего не увидит, как будто она подсоединилась к этой земле, и все нормально. Так, в общем-то, мы эту проблемку решили, то есть все теперь офигенски. Единственное, что теперь потолок надо будет заменить на каменную кладку. А пока что мы, наверное, сходим, размножим волков и закончим на этом. Так, где у меня плоть? Вот она, плоть, целых 6 плоти. Я, наверное, даже съем сырую говядину в честь этого.
Моя овечка все дальше и дальше убегает от меня. Это печально. Почему-то все животные от меня убегают. Даже железного... Ой, железного. Снежного голема я так и не нашел. Ну, в смысле, снеговика, кто не знает. Так и не нашел. Где же он, интересно? Ну, ладно. Может, его уже убили давно. За то, что он в других стрелял. Так, вот этих мы, наверное, размножим. Давай. Размножайтесь. Отлично. Потом... А, нет, падают листья. Так, стоп, сидеть. Тебя надо покормить, потому что у тебя хвостик опущен, и вначале ты всегда голоден и пищишь. Вот так, все, ты не голоден больше, да? Да, вот, все, не голоден, и тебя покормить надо. ВТФ! Отлично, бежим отсюда, бежим. Так, атакуйте его. Нет, не атакуйте лучше, лучше не атакуйте, а то он еще вас взорвет. Так, все, няшки здесь. Снег, кстати, кончился. Когда это? Он, интересно, кончился. Так. Вроде они не голодны, а значит, они не будут атаковать эту овечку. Поэтому, овечка, спасайся быстрей! Они скоро проголодаются, и я не успею их покормить. Они тебя сожрут. Ладно. Думаю, на этом мы закончим, народ. Вроде серия получилась неплохая. Не скучнее, чем 16-я, по крайней мере. И да, на этом мы закончим. И если вам понравилось, то подписываемся на канал, ставим пальцы, зовем друзей. А с вами был Ложка. Всем удачи, всем пока!